ужасное состояние дорог, неразвитая транспортная инфраструктура абсолютно во всех регионах. Да, это реальная картина нынешней Армении. Граждане соседней страны регулярно высказывают жалобы в соцсетях, на странице Министерства территориального управления и инфраструктуры по поводу отсутствия инфраструктуры как таковой. В отдаленных селах даже проводятся акции протеста, чтобы компетентные чиновники хотя бы раз приехали на место и ознакомились с невыносимой ситуацией ввиду бездорожья. Однако просьбы жителей должностным лицам как об стенку горох, иначе проблема не всплывала бы раз за разом в республике с окончанием лета. О плохих дорогах в Армении говорят даже в России. Так, известный спортивный комментатор и блогер Василий Уткин на передаче телеведущего Михаила Шаца назвал дороги в Армении худшими в мире. В целом, действительно, дороги полная ж**. Но вот когда кто-то другой говорит, что это ж**, это их возмущает. Я могу их утешить, кстати говоря. Дело в том, что я могу это доказать, между прочим. Нет хуже дорог, чем в Армении. На просьбу телеведущего объяснить свою точку зрения, Уткин с иронией отметил. Ты сейчас... Да что тебя кидает? Что за международный скандал, то да, зачем это еще? Это не международный первый скандал, передача. Это дань уважения Армении в первую очередь. Почему? Потому что когда вы приезжаете в Армению, особенно с какой-то культурной программой, вы немедленно узнаете, что все, вообще все на свете было изобретено в Армении. Да. И в Армении, дорогие генералы, потому что там изобрели асфальт, и это мемориальный асфальт. Это память о том да, асфальте. Да, это тот самый, да. Самый первый асфальт, который вот тогда положили. Его берегут, это памятник архитектуры. Но хорошо, в таком контексте не будет скандала никакого. Фактически, блогер назвал вещи своими именами в максимально дипломатичной форме. Дороги в Армении ужасные, складывается впечатление, что ремонт не проводился веками. Инфраструктура одряхлела и изветшала. Наверняка армяне в порыве гнева бросятся оскорблять российского спортивного комментатора. Как говорится, правда глаза колет. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. До новых встреч!